Я понятия не имел, насколько яростным будет ответ моего отца. И все, чего я хотел, это чтобы папа любил меня. А теперь он называет меня идиотом и говорит, что я такой же сумасшедший, как мой брат. Я вырос в Пасайке, в штат Нью-Джерси, в консервативной семье. Мы ходили в синагогу каждую неделю. Это было центром нашей жизни. Мои родители были в хоре, мои мама и папа пели. И в значительной степени синагога была всей нашей жизнью. Я не знаю, что произошло, когда вернулся мой брат. Он лежал в больнице и вышел из нее, и это был как бы не он. Я никак не мог понять этого, это напугало меня. И у него периодически была как бы нечеловеческая сила. И я хотел знать, вернется ли мой брат когда-нибудь ко мне. Брат, которого я знал и любил. Мы были очень близки, и внутри я очень сильно боялся, что я потерял своего брата. Я пришел домой и зашел на кухню. Там я увидел своего довольно религиозного еврейского брата, сидящего за кухонным столом и рассказывающего моей маме про Иисуса. И это было как, знаете, вдобавок к тому, что мне казалось уже ненормальным, то, что мой брат сейчас сидит за столом и рассказывает моей маме про Иисуса. Я был в ужасе, я просто не знал, что думать об этом. Я так боялся того, что случилось с моим братом, и теперь еще этот бардак с добавлением ко всему Иисуса. Но в течение нескольких следующих недель я увидел, что истории, которые он рассказывает мне, сверхъестественны. Что эта чудовищная вещь, которая управляла его жизнью, ушла, и это было дело рук Божьих. И для меня было настолько очевидно, что это было Божье действие, что я сказал в глубине себе. Я просто не мог понять, что это значит. Просто глубоко, глубоко, глубоко в себе я сказал, что бы это ни было, я должен это иметь. Я должен знать, как это. Я должен знать источник того, что спасло его от этой кошмарной жизни, которой он жил. Я хотел, чтобы у меня это было. Мой брат искал помощи и пришел к каким-то друзьям. Они пошли на какое-то собрание, и это оказалась афроамериканская пятидесятническая церковь. И в конце они помолились за него, и он исцелился. И весь этот кошмар прекратился. И потому я приехал в Филадельфию, потому что я желал того, что было у моего брата. Но я сказал, да, я сказал, я хочу знать Бога так, как ты знаешь Его. И я пришел домой в восторге и рассказал своей семье. Но это не обрадовало мою семью, все были разгневаны. Это напряжение от развода родителей, напряжение от происходящего с моим братом. Добавьте к этому Иисуса, теперь мой папа вновь отвергает меня, потому что я сказал, что я верю. И он фактически проклял меня. Это было больше, чем я мог вынести. Я просто сказал, с меня хватит. Мы с моей девушкой убегали от Бога 3 года, и мы планировали жениться. Мы не хотели иметь ничего общего с Богом, и мы даже не хотели, чтобы Бог упоминался на свадьбе. Мы пришли на служение в кофе-хаус, потому что там можно было бесплатно поесть, а потом стало неудобно, когда пастор по имени Гэри начал говорить об Иисусе, и мы просто хотели уйти, и сказали, «Простите, но нам пора идти». И он спросил меня, «Чего ты боишься?» И я ответил, «Я оставляю его на крайний случай». Я думаю, я боюсь, что если я попрошу его что-то, он не ответит. И сегодня уже 40 лет с того нашего невероятного решения о том, чтобы по-настоящему поверить в Иешуа вместе. Мы с моей женой поженились 2 недели спустя, и это было потрясающее путешествие. Мы открыли мессианскую синагогу, мы часть этого движения, делающего Иешуа релевантным евреям. И мы сделали Иешуа релевантным для наших детей. Они все любят Бога. Мы создали еврейскую семью, у нас прекрасный брак. И мы с женой больше всего боялись того, сможем ли мы вообще иметь счастливый брак и счастливых детей и внуков. И Бог дал нам больше, чем мы могли когда-либо мечтать. Он не только исцелил моего брата, но Он исцелил и меня, и мою жену, и Он дал нам прекрасную семью, и мы вырастили свою семью и в любви к Богу всем сердцем, всей душой и всеми силами своими.